20 октября, а в Москве цветут розы. Я в Свиблово, в усадьбе Свиблово. Меня пригласили на концерт Лидии Петриченко, и я прогулялась по саду. Для меня было открытие именно цветущие розы так обильные и почвопокровник, сочетание почвопокровного растения с розами. Смотрите, там есть розы. Здесь из чего-то интересного сделано. Даже не могу понять, из чего сделаны бордюры. Ну, вот тут везде растет очиток. По всему газону, то есть трава есть и очиток. Видите, вон там розы. Причем розы очень красиво цветут. Настолько красиво. Смотрите. Смотрите, какие розы. Вообще. Камера не передает их красоты. Вон там яркие. Боже, как это красиво вообще. И что самое интересное, вот видите, тут очиток. Вот тут очиток. И между розами, они вот есть там кусты обрезаны, и между ними тоже очиток. Найду. Смотрите, сколько роз. Что-то как-то очень прям плотненько. Но посажено приблизительно 70 сантиметров от куста. Мне кажется, это почвопокровник какой-то из роз. Смотрите, как здорово. Очень красиво. Когда розы, это прям вот, я бы сказала, что это волшебство. Вот реальное волшебство. Это человека, наверное, поднимают на более высокий уровень. Вот сюда сейчас пойду. Там уже голоса поющих слышны. И вот смотрите. Это между розами растет очиток. Я уже представляю картину, как почвопокровные очитки будут прекрасно смотреться в цветущем состоянии. Пока не цветут розы, очиток будет цвести. И поэтому клумба всегда будет в цвету. Классно. Почему они здесь не окуклились? Мои все окуклились. Зато я со своими любимыми ромашками. Вот, несу люди ромашки. Видите, ромашки. Ромашки спрятались, поникли лютики. Ну все, ладно, пойду посмотрю. Вокруг. И, конечно, я прогулялась, посмотрела на розы. Розы цветут так, как будто в Москве лето, а не октябрь месяц. Мне очень понравилось сочетание очитка и роз, и считаю, что это можно использовать в любом саду. Подписывайтесь на канал, если было полезно, ставьте нравится и до свидания.